Игра, общение, спорт, полезные знания. Интерактивный инклюзивный проект «Здоровейкин круиз» придуман для ребят общеразвивающих групп, а также детей с особенностями развития, в первую очередь речевого. С его помощью воспитатели 11-го детского сада помогают малышам преодолеть неуверенность. «Здоровейкин круиз» стал для них площадкой общения, совместных спортивных игр, познавательных развлечений. Отправиться в путешествие детский сад позвал и своих давних друзей, первоклассников 30-й школы. Конечно, для детей дошкольного возраста самым приемлемым является игровая деятельность, то есть игра. Значит, эта игра инклюзивная, интерактивная, мы ее назвали так. Почему интерактивная? Потому что она предполагает взаимодействие детей друг с другом. Почему инклюзивная? Потому что мы приглашаем в эту игру к участию детей, которые имеют статус ОВЗ, то есть это дети с ограниченными возможностями здоровья. И что мы хотим от этой игры? Чтобы наши дети, включаясь в такие общие мероприятия, становились более уверенными в себе, более решительными, более смелыми, инициативными. Роль озорного инструктора «Здоровейки» исполнила воспитатель Ирина Кокуева. Она говорит, что физкультурно-игровые программы, такие как ГТОшка или «Здоровейкин круиз», всерьез увлекают ребят занятиями спортом. Им так это все нравится, что никакой тяжести или каких-то проблем нет. Наоборот, они все хотят быть первыми всегда, с удовольствием принимают все участие. Но, естественно, мы поощряем ребят и награды, и поздравления. Ребята участвуют с удовольствием, несмотря ни на какие группы и несмотря на возраст. Что малыши, что взрослые прекрасно себя чувствуют. И я думаю, что мы растим настоящее здоровое поколение. «Здоровейкин круиз» длится полчаса. Дети двигаются по различным станциям. Светофорчик, здравушка, остановка безопасности, спортивная. «Здоровейкин круиз», там же у нас и здоровосбережение, и витамины те же, что показывали мы, и дорожные знаки, дорожное движение. То есть дети должны как-то себя обезопасить, знать все это дело. Отправиться в увлекательное путешествие мальчишкам и девчонкам помог «Металлоинвест». На грант компании, который детский сад получил за победу в конкурсе программы «Здоровый ребенок», был приобретен весь необходимый для полезного круиза инвентарь. Самокаты, наборы для бадминтона, хоккейные ворота, клюшки, ледянки. Зимой «Здоровейка» обязательно позовет ребят играть в снежки, кататься с горки, играть, наслаждаться детством и радоваться жизни.